Иринка повариха в сборе. Все наделала, все поделала, все переделала. Вот все конкретно я сделала. Только пожать не сварила, зараза. Так красивее. Ну ладно. Я потом подумала, думаю, а что, обязательно надо было пирог стряпать? Видишь, жиденькая, совсем жидкая. Надо было фольгу все завернуть нахер, да и по, это, второе сделать, и все. И все. И можно было бы даже и мне бы и не заморачиваться. А вам не видно, что ли? Молчите, стоите. Сидите, вернее. Я полы только надравила. Ну, сделаем тогда что-нибудь сейчас мы. Сделаем. Жиденькое. Оно вот воздушное. Прямо с кольцами. Кому-нибудь повезет. А, если у Иринки оно с руки спадет. И тихонько мы его. Так. 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 А так вот. Жиденькая. А я не хочу подмешивать еще. Надо, идите подмешивайте. А что слабо? Нет, не слабо. Неохота есть слово. Не надо. Слабо. Да, с вами. Что за народ? Прям не знаю. Когда из вас доброта пойдет уже? Я не понимаю. Одна какая-то злоба. Ну ладно. Мы на дураков внимания не обращаем. Того я всегда всем и советую. Не надо. Зараза ты, козел. Козел. Оно слишком жидкое у меня. Ну, я хотела, я пыталась. Его все равно за это. Я заново раскатаю сейчас. Я с этим все равно справлюсь. Не впервой. Мартышки, все будет хорошо. Так. Это относится к мартышкам. На свой этот не берите. Кто взял, значит, так сам себе считает. Вот и все. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Мартышки. Пукалки, ёкарасоте. Да мартышек вам еще далеко. Больно нежное слово мартышки. Пукалки. Вы же любите срать. Я уже нежненько пукалками называю. Пукалки. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Клизмы нету в аптеке ни хрена. Просраться мы не можем никогда. Вторая попытка. Вторая попытка у меня, зараза-то какая.
Лишь бы он не лопнул. Вот и все. Он уже лопнул. Он уже это сделал. Зараза. Это сегодня не мой день, мой день, повариха Иринка от Бога. Я знаю, не надо мне об этом напоминать. Я красавица, потому что снова с утра опять. Сейчас мы быстренько это все сюда закидаем нахрен. И у нас все равно получится пирог. Никуда он нахрен, блин, не денется. Я что, зря курицу размораживала, что ли? Выпендривалась я здесь и с вами сидела. А нам все равно, а нам все равно. Вот. Везде надо картошку ложить. Что это было сейчас, Ирина? Я устала, зараза. Я ишачу, как конь. Я успеваю видосы за вам заказать. Понимаете? Пироги с печи успеваю. А вы все говорите, мы не роботи. Мы-то делаем одно в два. Два в одном. Поняли? И дома что-то сделали, и вам показали. А вы ни хрена не сделали. На диване весь день просидели, комментарии злые написали и довольные спать легли. Душа спокойная. На-на-на-на-на. А кто бы мне когда не написал в личке про хейтеров, я всегда говорила, только поржать, только поржать. Вот кто девочки кому-нибудь бы такое отвечала, подобное, что не обращайте внимания. Как ты это терпишь, Ринка? Веселиться же как-то надо. Ну, они над нами ржут, мы над ними. Вот и все. Так что, девочки, не надо никого это. Пошли стряпать и снимайте, давайте. Давайте. Показывайте людям, на что вы способны, зараза. Нехер просто так сидеть. А у меня справка есть. Не рыгать не запрещено. Так же, как вам и срать. Кто-то там за эту переживал. За Соединенные Штаты. Если ее там покажут, она нас опозорит. Ты сама-то поняла, что ты там сказала? Я на первом месте буду, как отрыжка. Ты не знала, что они там даже пукают в ресторанах? Не все, конечно. Некоторые есть избранные. Такие же, как я. Хорошие. Честь и достоинство русской женщины, блин. Поэтессу точно крыша съехала. Вообще в улете, блин. Здравственность. Все, что пишут в своих стихах, все мне в комментариях эти же. Не пишут шавки. А знаете, какие алкашки сидят? Реальные. Я до сих пор это видео сохранилось. Где как она пьяная прям орала. А потом извинялась. Мне простительно. Я была пьяна. Ни хрена себе, ну, тебе простительно. Ты ребенок, думаю, что сделал? Ты ребенка поливала как матом. Трехлетнего на тот момент. Как ты орала, его ненавидишь. Чуть ли не желала ему самого плохого. Это женщина, которая сама похоронила ребенка. Младенца почти. Или это злость такая, блин, я не понимаю, или что? К другим детям. Иди сарафан и шей. Я пироги стряпаю за Рина. Хотела второе забабахать, но не стала. Я пирог сделаю с картошкой и с курочкой. Мамкины пироги – самые лучшие пироги на свете. Знала об этом? А если крышкой закрыть, будет еще сочнее. Будем заморочиться? Я говорю, вкусненько хочу. А, сейчас, подожди, обожусь, я вот не знаю, закрыть крышкой. Ну, в смысле, тесть там?
Нахрен я об этом сказала? Надо было, чтобы вы сами додумались. Ну ладно, чуть-чуть закроем. Просто там так сочнее будет. Вкусный получится, вкуснее, когда закрытый. Тонкую, только тонкую крышку надо. Толстую не надо делать. Вот прям маленькую крышку. Чуть-чуть совсем. Даже этого много, наверное, будет. Зато она будет нежная, хрустящая. Ой. Там, где сусок, там на столу салаз. Там сохнет у меня плед. Аккуратно, ладно? Здесь все завесило пледами. Все выстирало. Что-то на сушилку пока положила. Места нет. Ты стоишь над душой у меня? Сейчас, Зарюш, у меня руки, дай доделаю пирог. Достану его. Этот, Барни есть, по-моему, у меня. Мишки. Барни же? Барни называется? Да. Сейчас. И колу дам. Хочешь колу? Угу. А ты на колу заслужила? Да. Тогда да. Сейчас ты пойдешь, мы гулять пойдем. Мы сейчас 3 часа с тобой пойдем на прививку, сходим в садик. Нас тетя ждет врач в 3 часа. В школе одну прививочку тебе еще не поставили? А куда? В садик, Зарин, к медсестре. И куда поставить? Я не знаю, в ручку может быть. Прививка же, не укольчик. В ручку, наверное, или в лопатку. Ты большая девочка, потерпишь? Плакать не будешь? И время у меня совсем другое, как у вас. Я могу видео записать утром, а выложить его вечером. Не ориентируйтесь по моему видео и не говорите, сколько у меня времени. Тоже матрешки там одни пишут. Там ведь у них уже 8, а уже темно, они только завтракать садятся. Ну, какие-то такие подобные кому. Видео может хоть когда записано будет. Понимаете, выложено. Не оно не моментально. У меня аккаунта, знаешь, сколько? Пока сюда загружу. Потом туда загружу. Потом здесь я выгружу. Потом тут. Потом опять туда. Потом еще в личку надо зайти. Почесаться там и языками. Потриндеть, потролелякать. Здесь у меня порвалось. Обязательно надо заделать, то оно потекет. Будет гореть через низ. И не дай боже, ты прилипнешь. Я тебе Свете пожалуюсь. А тетя Света пожалуется тете Марине. А уж если тете Марине пожалуется, она пожалуется тете Ирине. А тетя Ирина тете Ларисе. А тетя Лариса пожалуется Даше, а Даша всем остальным. Все. И концерт будет у всех оконченный. Ваш комментарий будет последним. Не рыпаемся. Тихо сидим и наблюдаем. Без слов. Поняли? Дырку надо сделать. Тут так дырки есть, но надо еще делать дырку. Какая я же молодец-то, зараза такая я. Я умница-красавица. На-на-на-на-на-на-на-на. Вот такая вот у меня есть тряпочка, я всегда, когда мне надо что-то подтереть. Потому что я уже полы, зараза, помыла. Тряпочку взяли, смочили. И не надо никакой другой. Потом ей же можешь со стола вот так. Ничего страшного, вот так вот. Хорошенечко. Вот. Вытрали. Вот. Вот. Потом так переставили. И еще подтерли вот так вот. Вот эту муку не надо выбрасывать. У нас теперь есть корова.
Нам корову надо теперь кормить. Мне теперь опять надо не доедать. Вот теперь эту тряпочку, чтобы воду не тратить, мы ее выбросим. Нахрен она нам обосталась. Русским языком. Берем другую тряпочку, которую пора уже тоже постирать. Вчера что-то ее постирала в руках, ни хрена не выстиралась, надо замочить ее. Я замачиваю в белизне и все. Они отмачиваются и нормально. Постирал потом и нормально, чтобы тряпка заново пойдет. Кира, вы их выбрасываете. На, Зарине вкусненько напросила и себе. Зарина, иди сюда. И колу. И колу дам, да. Я же еще... Упадет кошка, убери отсюда. Там вот и колу мама купит. Сели. Сели, говорю. Я не отлуз. Котенка, унеси на место. Унеси котенка на место. Я живо говорю. На место. Он что, вообще не понял, что ли? Я не отлуз. Ишь ты. Блин, штаны сикнуло. Опять стираться. Не могу. Он издевается, Зарин, пересядь на свое место, пожалуйста. Он не успокоится. Будь умнее. И все. Нахрен. Спорить с ним. А ты уступил бы девочке. Вам не больно спрашивать? Нет, очень хорошо. Вынул все внутренности. Промыл их чуть ли не щеткой, прополоскал. Ёшкин кот. А? Ой. Да тут сикось-накось. Это мы идем толпой в этот, на Зуевку. Идет, свистит. Свистуня. Дождь. Я же говорила, что дождь должен был быть. Вот он пошел. Легавый красавец. Щечки румяные. Подбородок опух. Ну ладно. Сейчас дойдем. Мне бы тоже что-нибудь присобачили, у меня бешенство было. Надо ехать в больницу. Надо, надо заботиться о себе. Думать о себе надо. Где она там? Ай да, догоняй давай. Ага. Ну там много ребят. Кому не доставили. Ключами моими не играй, потом я их буду искать. В следующий раз стал чашки такие надо. Где же? Набор-то. Шкафу. Чашечки, по-моему, побольше и такие же. Они куда собрались? Никуда не должны собраться, нет? Что делать? Зачем маме на вечер? Он не понимает. Котенок.
Какие дела? Да. Блядь, сейчас жирная будет, сука. Васька не размазывай лапой. Чего? Лыбится, блин. Спасибо.